Привет. Ку. Oops. Fatality. 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 Double kill!
Fatality. Fatality. Fatality.
123. Привет, Артём. Добрый вечер. ООО, 78 Apple, ГЦ. Да, по-моему, мы с тобой вчера апнули, не? Да я все равно задумываюсь о сорке. Не знаю, я не знаю, сорки, вдруг они тут намного жирнее криты. Да и как бы лишний раз таргет не наводить, там же нон-таргетный АОЕ есть. А у меня только один. Я все в плане фарма думаю, кого лучше. Не помню. Да вчера я апнул. Ведь этот БД всегда в игре. Кстати, а в плане живучести, сколько твоего сорка хп? Троих убил, офигеть. За один врыв. Чисто на масухах. 5100 с чем-то. Ты без татух, что ли? Это без тату на кон. А, ну тогда понятно. Блин, уже и патч переставил, тоже другой поставил, думал, может, из-за него проседает FPS. Да нет, ну,
движок такой, Unreal Engine 2, чего от него требует-то? А, я ж думал еще на SSD-шку, может все-таки перекатить линейку. Сейчас, наверное, поставлю. Да и подгрузки уменьшатся. Долго грузится из-за того, что копирую на SSD-ку. Так, сейчас клиент перезапущу уже с другого диска. Как у тебя успехи? Корея один купил. Поздравляю. Так кого у тебя планы, кстати, мейна делать?
Double kill! Killing spree. Артём. Кого у тебя в планах мейнента делать? Или так и будешь на море? О, ну какие вот. О, 7 киллов подряд. Нормально. Хавка хочу, но очень много денег надо. Ну, кстати говоря, на хавка не так уж прям и много. По сравнению с теми же палами, ножами. Хавку и одного кольца уже будет очень много. Ну, не, в смысле, не очень много, но... А, ну хотя там да, там ДБ. Ну да, хрен знает. Если магам еще без арки нормально, а вот... Хавку, да. Эх, киллстрик из 7 киллов сбили. Без ДБ плюс 5 играть за него не буду. Вот именно плюс 5 надо. Тут близкий легко делать. Да как меня этот интерлюд уже задрал с этими критами конченными. Все панельки переставлять, а? Что-то я еще две мусульки тут. Ага, флешка. Флешку потерял. I'll never forget this day.
This ain't living, but we could run from fatality. Может, ты возьмешь САП-40, а я БП? Может, можно. Правда, я не знаю, все-таки 40 лучше будет или нет. Ну, если ты имеешь в виду, чтобы просто вместе качаться, как вместе качнуться и потом уже вместе фармить, то давай, я не против. А как тут СХ, Пай? Ну, слушай, я не видел СХ. Всего пару штук. Конечно, без АЦП очень уныло вот это вот херней страдать на PvP сервере. Да шо ж вы меня... так вот кто меня там выцеплял. Скотина. 6600, ну, слитый. Так что думаю, если хочешь, то я могу на 40 сейчас сесть. Хотя, конечно, СС тоже неплохо так вырезает, даже с таким эквипом. Конечно, подхила не хватает, ну либо АЦП. Я пока валяюсь и пью пивас под твой стрим. Это прям комплимент даже. Эх. Нет, ну я, наверное, сегодня не буду ничего. Хватило мне вчера. Еще и на стриме, блин, сидел тут. Я не страдал. Опа, отбили.
Блин, да какого хрена у меня Vortex на F1 стал? Опять панелька слетела. Где Surrender? Резист вижу. Surrender. Тоже вижу. Пора бы уже хотя бы БО Никлю купить. Вообще, конечно, в идеале бы тоже сделать что-то типа некро, чтобы мобов пофармить и точек покупать. Ну, не на PvP сервере, это скучно, все-таки. Лучше уж тогда по PvP-шиться. Тем более чары уже дорогие. Кстати, а сообщение с рекламкой, ну типа там, друзья, подписывайтесь на Twitch канал и про сайт, оно на YouTube тоже отсылается? Ух ты ж, ё, вот это там сорк сейчас задевает всех, а? На Твиче как... пришло оповещение, а на Ютубе нет. Ладно, жалко. Блин, как же я прям завидую соркам, сейчас такую большую территорию своей АОЕшкой забирает. Флешка не так далеко забирает. Учитывая то, что это еще одна таргет АОЕшка. А сколько мне... Блин, а я даже не знаю, какой ник у этого сорка был. Вот сколько он мне бил. Фиг его знает. О, осада. Осада Годдарта. Ну, я пока ничего не хочу. Там же Дина захватываем. Ё-моё, я их не заметил, они просто прыгнули. Это балфа. Кого-то забрал. Mm-hmm.
А баф слетает. Ну, я сейчас как раз уже в город полечу, судя по всему. Секунд, стоп, а тут же тоже бафер где-то должен стоять, нет? Ух ты, там какая толпа. Я в город. Идеально. Как только я умер, баф слетел. Да ё-моё, за последнюю минуту телепортировались более 3 раз. Ну давайте теперь я буду, блин, ждать буду, поселюсь в этом форте. Неплохо так 40 кританул по этому мобу. Вот что это она на танке? На танке, судя по всему. Вампириками меня глушат. Это что, типа актуально? И именно надо было мне дать. Мне дальний стан. Среди всей толпы именно мне. Неплохо. Нормально так кабины отлетают. Ой-ой-ой-ой-ой.
Это что там такое было? Эй, я ж добил. Unstoppable. Неплохо Unstoppable, то сколько уже киллов-то подряд. Wicked Sick. 7 киллов подряд уже. Ой, зря я сюда встал, зря встал. 8 киллов, киллстрик, сбили. Под масухи встал. Сам виноват. Блин, была бы АЦПХ, а? Опять крит. Блин, можно какой-нибудь PvP хай-файв свалить, а? Как мне это затрахало уже. Так, надо нормально хотя бы открыть и закрыть L2, чтобы расположение панели сохранилось. Потому что уже надоело каждый раз перезаходить и их расставлять. Так, сейчас. Бонус Адена в зоне плюс 30% возле Крумы. Я не знал. А чего он, кстати, еще зависит? Палы норм, хазы чё-то. Так я ж сам себя сетовал на пала. Просто без буста? Ты, видимо, кайф, ты, видимо, вчера пропустил ту часть стрима, где, когда я за пал играл. Я же обратно на ММ вернулся не потому, что мне за пала не нравится, или он тут сосёт. Нет. Из этого тумана вообще ничего не видно. Придется отключать все эффекты. Блин, ну где же АЦП, а? Universe, she lives and I'll learn it.
Да, окружили, а? Вообще не спрятаться. Ну чё бы копить-то уже? На арку без толку. Точить чего-то. Fatality.
Пишу, куплю баф. Мне дает пати, бафает. Спрашиваю, почем? Пишет, сам знаешь. И чё? Почем баф-то тут сейчас продается? Раньше, по-моему, где-то 50 или 75 платили. Почем? Сломал, что ли, чего? Артём, я же тебе говорю, я тоже, может, пойду на Китру, если ты идёшь, то, в принципе, я тоже не прочь. Мне именно тоже чего плохо на ГВ играть, то, что тут пол онлайна, блин, в одной локе, поэтому... Или ты уже не на стриме? Я в любом случае отломать не буду, просто ты потом захочешь прийти и нафиг верну тебе. Блять, Артём, интригант херов, ты бы ответил. Ливаешь так резко. Соло-соло. Хочу норм-пак найти. А, ну есть еще и пак, понятно. Фонить от души.
Они тут в соло фигарит по соло другим. Ну хрен знает, ты смотри, мне кажется, все равно вернешься. Ты просто сейчас, мне кажется, пиво выпил, поэтому хочешь какой-то движухи. Я бы на самом деле тоже не прочь, но я там не хочу пак какой-то искать. Я привык соло играть, ну либо с друзьями. Ну чё, пока есть возможность, побегаю с твоим шмотом. Да не, Гвини по мне. Я бы на самом деле на хай-файв пошел. Кстати, надо глянуть, чего там вообще по хай-файву у нас. Можно свой будет собрать. Ну, ты про свой пак? Я могу, окей. Если, например, ты будешь собирать, то окей. Я как руководитель такой себе. Я уже сколько кланов там на лоу-рейтах держал. В основном все это заканчивалось тем, что мне просто надоедало играть, и все, и в принципе клан-то и распадался на этом. Я ни паки ничего никогда не собирал. Потому что мне это не особо интересно, и... Никогда не играл HF или Грации Т.Д. Он ли интерлюд? Ну хрен знает, сегодня что у нас? Интерлюд, X1200 Китроварс, Вальхала X7. То есть Вальхала, она же вроде... Там же всегда было дофига. Ну не суть. И E-Global X7. Что у них за моды X7 открывать? Забыл соски вытащить. Yeah.
нормально, за такого чувака 38.1 всего дали. Блин, чувак юзает баг, чтобы быстрее добегать. Мне как когда-то все красиво рассказывал про этот баг, но я уже забыл. Но у меня, в принципе, не получалось тогда его использовать. Так, пойдешь на 1200? Ну, а чего там делать? Я хрен его... Бляха, муха, сек. Надо Биша наказать. Наказали. Сейчас, всякая. Секундочку. Так я ж добил. 3к выдал, ё-моё. Где моя Адена? Все, ты хотя бы на меня охотишься, скотина. Сколько он мне в спину дал? 3700. Да, немного. Наверное, нет, потому что интерлюд я вообще не люблю. Вот хрен знает. Это если идти, то каким-то тоже костяком может. И там, если играть, то... Надо подумать, в общем. Но в любом случае, твой шмот ничего не собираюсь ломать. Если ты вдруг передумаешь, так что... Я не претендую на него. Фан-фан-фан.фарм. ПВП, ПВП, ПВП. А тут чем не фан? Ну тут просто мясо, да, я согласен. Тут вообще без какой-либо тактики. Просто врываешься, крутишь ауе, либо просто кайтишь потихоньку и из толпы выстреливаешь кого-то. Это да. Я за БП обожаю на ивах играть. Ах, сволочь, подкупаешь как, а? Чё ж сразу это, козыри пошли? Надо посмотреть, поскольку на Китре кастомные патчи запрещены, надо посмотреть, есть ли там у них реализация использования второй строчки скиллов, второй панельки. Если можно их на цифры назначить, ну либо с клавиатуры юзать, то это еще лучше. Потому что, например, я в основном на магах играю, на интерлюзе. А магом с одной панелькой, ну, мне не хватает одной панели. Особенно я за некро часто катаю. Ахахаха, туда. Можем ворваться, я ничего не говорю. Причем на старте будет много фана. У меня на Китре все патчи работали. Сейчас скажу. Если что... А, кстати говоря, если вдруг там твой там какой-то не будет работать, то... У меня тоже патч на юзание двух строк. Ну вот. Ну, короче, да, проверь его. Там же есть один, который через XDAT реализован, а другой вместе с ушкой, там, например, от того же Эльфина. Вот, скорее всего, ушка не будет работать, ну, потому что там защита от автоточеров и всякой такой хрени. Вот. А XDAT, скорее всего, сработает. Но не факт, я давно уже в Волдуа не играл. Если сработает XDATник, то, ну, пойдем. Куда деваться, чертяка? Бишом подкупаешь. Но я все равно, блин, не очень хочется прям вообще уходить с ГВЕ. Тем более то, что потом, когда онлайн упадет, будет хорошо за палы играть. Когда вот можно уже именно будет как-то с головой, так сказать, не просто там в толпу врываться и ауешки крутить магом, а вот именно уже какую-то тактику продумывать.
играя палом. У меня на китре все кликеры работали даже, ахахаха. И на евро. Странно, возможно, X1200 так, потому что на лауретах была защита, по крайней мере. Мне вообще главное стримить то, что будет смотреть. Вот в голове не особо что-то заходит. Ну, скорее всего, потому что я стример, конечно, херовый, но тем не менее, на стриме тоже экшена толком нет. Я просто падаю, встаю, кручу ауешки, снова падаю и вот до бесконечности. Согласись, на стриме это, ну, не очень. У меня же идея именно сейчас стримить, а не прям в L2 там топить до посинения. А стримить, ну, линейку стримить. Ёшкин. Сколько их тут? Да, многовато. Нас явно меньше. Да, еще проблема будет с заточкой. Надо стопудово либо кликер, либо работающий патч. Короче, если вторая панелька работает, то окей. Хотя бы это. Kill.
Ёп, сразу уцепляют, а? А, я еще никлю не одел. И кольцо. Ну чё там, Артём? Патч не ставится, Винда ругается на него. Хе-хе-хе. Вот и первые трудности. Как же тут паралич проходит, вообще ужас. Даже отшика. You by the fire. Listen, listen.
Этот чувак на боте, что ли, стоит? Он тут уже сколько? Блядь, ну пиздец. Кабельщик сраный. Блин, ну эта пачка под бишом. Без толку с ним воевать. Почему у меня некоторые файлы при распаковке пишут «отказано в доступе»? Как починить? Ну, вообще отказано в доступе, если пароль обычно на архиве, но там, скорее всего, его нет, значит,
Значит, антивир его блочит. Либо он не может его перезаписать. Например, там файл шрифта, вот это Азия какой-то там. Часто с ним такой баг. Ух ты, сколько там какая толпа прямо.
Я Кайрчи ушел в магаз. Надо бы еще пиваса взять и на ночь залипнуть. Давай, давай. Отпишу, как приду. Хорошо. Fatality. Fatality.
Fatality. Fatality. We'll be right back.
Fatality. Kill. Falling like I'm wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked. Forever I'll follow. You'll be my home.
кукусики. Здорово, Дарк, здорово. Да, безумно веселый вечерок на ГВЕ. Ты что, это серьезно решил поиграть в Эльдвух? Я вообще хочу стримить. Но стримить, кроме как L2, я хрен знает чего. Вот в чем проблема. Поэтому я в L2. Так, а может у меня спириторы закончились? Да, не, нормально. Чё-то скилл не вязался. Аура. Вообще, знаешь бы, в идеале, раз я хочу стримить... Так, вот, а чего это ты сам играешь тут? В смысле сам играешь тут? А кто за меня должен играть, бот? В идеале бы, вот... Не знаю почему, вот хочется стримить, но не обязательно даже игру, знаешь? Хотя ладно, забей. В РЛ все равно стримить бы мне нечего было. Разве что если куда-то трип организовать. Но на это надо большие деньги. Сам в смысле один. Ну тут еще Артем играл, который сейчас выпил пиво, отдал мне шмотки и сказал, я пошел на китру. Неинтересно же самому играть, скучно. Ну вообще да. Ну, блин, я же говорю, хочется постримить, но не знаю чего. Хай-фаева вроде нет никого, а Верия, ну, хрен ее знает. Как бы ГВЕ недавно открылся и... Ну, ПВП, да, вот, пожалуйста. Сильно задросить не надо тут. Я не хочу задросить. А линейка и задроста, в принципе, это вещи, которые друг без друга быть не могут. Так что я выбрал наименьший зол. Блин. Не сам на самом деле тут сижу уже, вот просто у меня голова к стенке прислонена и я уже сплю. Насколько интересно сейчас тут, вот, например, вот мне бегать туда-сюда. Ищи релакс ПВП серф какой-то. Да не бывает релакс ПВП. Типа, где все по одной аде, ну, мне такое не нравится. Где просто какой-нибудь X1200, там все равно надо задросить. Особенно если это хай-файв, там с атрибутами, с заточкой будут, будет гемор. Конечно, я готов это стерпеть, но даже сервака сейчас такого нет. А интерлюд, ну, не хочу я интерлюд, не нравится мне. ГВЕ просто исключение, потому что это мод. А какую-то вообще другую игру стримить на этом канале без толку, потому что у меня
вся аудитория подписанная, ну, как аудитория уже, от аудитории от нихера не осталось. Но, тем не менее, всегда линейку стримил, и никто не одобрит. Не, все это, конечно, очень интересно, но нет. Потачи, что ли, чего? Чего я там нафармил? Эпик все равно дорогой. Интересно, если я Тёмин Даймон на 6 попробую точнуть, он сильно разозлится, если я сломаю. Ладно, не буду. Ну-ка, а бэшные вепонки сколько? Хотя толку от меня тащить его? 159, 182. Ну хотя... L2 унылые. Блин, я даже не успела ауру Привет, что тут надо для Вова? В каком смысле, что тут надо для Вейла? Для Вейла надо создать чара, купить шмот, ему да, пику. Я Вейл на ГВЕ не играл, да и вообще на интерлюдах. Не думаю, то, что он тут особо актуален будет. В любом случае, он не будет фармить больше, чем маг. АОЕшный. Жесть. Только один раз ауру дал. Все, захватили. Точнее, уничтожили. Как же фигово, когда не прогрузился, а вокруг уже все дерутся. Я не пойму, он под бишом что ли? Анимацию, блин, отключил, но он вообще не убивается. We'll be right back.
Что-то там никто даже отпор не дает. That's right.
Слов нет. Да чё ж селоки переполнены? Куда идти? За последние минуты вы телепортировались более 3 раз. Чугунитесь-то. Уже минуты 2 никуда не летал. Гордом уже все хп снижает. We'll be right back.
Fatality. To get off the darkest ground, the gravity double kill down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get. Turn it on.
Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We'll be right back.
Double kill!
nights are getting shorter. When I close my eyes, I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind здорово. Здорово, Санта-Клаус. А можешь патч скинуть? Сейчас, секунду. Да, блин. Тут патч, так сказать, из двух частей. Это L2 патч и вывод Рона на экран из патча от «Все красиво». Вот из этих двух патчей. Ну, из второго, который все красиво, там только System Message Dat. А, и еще тут... SPS. И еще тут патч для использования второй панельки. А то я не услышал. Да мне на самом деле хватало всегда патча от «Все красиво» для ГВЕ. Ну и вот это само собой патч, я без него вообще не могу играть, это использование скиллов со второй панельки. А где цифрами. Урон показывает? Урон показывает патч от «Все красиво». За это отвечает файл systemmessage.e.dat.
От души прям. Да не за что, пользуйся. Так-то, если тебе нужен только вывод урона на экран, то из патча все красиво выдерни, да и все. Именно этот файлик. Жесть, что тут творится, а? Fatality. Double kill. У меня краш. Если ты L2 патч ставил, то там не все файлы из системы надо закидывать. Если что-то ставил там все проведу. Красиво. Ты какой ставил? И на каком сервере играешь? Интерлюд онлайн. We'll be right back.
Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can you see myself? Can you see myself? If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here.
crawl around, searching for higher ground. Can't see in front of me.
should go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. Without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? If I am known, then all I know now.
I can't wait.
I'm gonna throw my memories away.